Всем привет, мы продолжаем играть во флеш-игры. Сегодня у нас игра под названием Castle Woodwarf. То есть какой-то там замок. Давайте зайдем в обучение. Так, чуть-чуть, ага, какое-то растение или что, дерево. А что не нажимается? Что-то непонятно, ничего. Что делать-то? Так, ну вот у нас какие-то 200 денег, 100 каких-то рыб. Я не понимаю, что делать. А, вот нажалось. Я 100 раз нажимал. Что за фигня? Короче, опять, видимо, я... Как бы на весь... Ну, не на весь экран, но растянул окошко, чтобы... Короче, видео в нормальном разрешении было. Видимо, тупит, надо по несколько раз нажимать. Так, я пока не знаю, я что-то жму, все, что горит у меня. Ну. Короче, у нас какие-то чуваки. Какой-то дом, какие-то деревья, можно их прокачивать. Это что-то дает, энергия, скорость. Так, ну допустим. Так, все, я все деньги потратил. Хорошо. Короче, какой-то чувак у нас рубит деревья. Какой-то таскает рыбу. Третий ловит. Их можно прокачивать, плюс можно сами вот эти деревья покупать, видимо, чтобы было что рубить. Да? Короче, нам, наверное, для победы надо собрать 100 рыб. Потому что он вот их собирает. А, нет. Короче, непонятно, они как-то сами идут. Так, это что еще за хрень? Это что за трэш? Тут какие-то жуки. Что это такое? Короче, это какой-то дракон, что ли? Блин, они меня не завалят? Но они, в принципе... Не, все, они, по-моему, все. Они по одному, в принципе, бьют, не страшно. Так, это понятно, а как это... В общем-то, все, обучение закончилось. Ну ладно, давайте. Что-то там дофига написано, я даже это вникать не буду. Так, да, let's go. Так, давайте дерево это. Главное сейчас по 10 раз не нажать. Ну, так, ладно, одно есть. Ну, нажимайся. Еще одно есть. Точно, не дерево это. Кто рубит деревья? Ну, нажимайся, ты тебе уже 100 раз нажал. Блин, это реально бесит то, что когда на весь экран... Так, ладно. Я могу, в принципе, прокачать, могу еще пару чуваков. Давайте я еще пару чувачков сделаю. Наверное. Сколько у меня денег? Так, у меня за что-то деньги прибавляются, я не знаю за что. Так, ну вот у нас чуваки бегают. В принципе, довольно такая веселая игрушка. Музончик прикольный. Чувачок рыбку ловит. Я, правда, не понимаю... Вообще смысл игры, что тут делать, кроме как можно улучшать все подряд. У нас вон внизу какое-то яйцо дракона, я так понимаю. Тут его где-то можно даже прокачать, вот. А, нет, нет, вот оно. Прокачать яйцо. ХП 100 максимум. Это дом качать. Так, это что? Вот это я не понимаю, что это качать. А, это что-то с рыбой связано. Может, какой-нибудь пруд я прокачать, не знаю. А там что-то нарисовано. Да, это, наверное, какая-то пруд вот. Ну, в общем, непонятно. Не знаю, давайте будем сейчас качать. Смысл игры я, правда, чуть совсем не понимаю. Наверное, надо деревьев побольше посадить. Возможно, домик прокачать. Так, у нас 5 монет. Я вот еще не понимаю, как у нас деньги зарабатываются.
Вот реально, за что мне деньги дают? Мне, короче, какую-то рыбку дают. А, не, смотри, она у меня уменьшается, когда я ловлю. Это, наверное, еда, типа. Кстати, вполне, да-да-да. Наверное, рыба — это еда, типа, если закончится, то все сдохнут. Да, это будет не круто. Так, ну с рыбой мы разобрались, а что с деньгами-то? Как мне деньги зарабатывать? Это как-то совсем непонятно. У меня, по-моему, рыба что-то падает. Мне надо носители этих рыбки, наверное, побольше накупить, потому что они мне сейчас умрут. Так, можно что-нибудь прокачать. Давайте я вот этих носителей пацанов прокачаю, чтобы они меня как-то побыстрее таскали. И будем еще рыбку ловить получше. Так, вот у нас какая-то кнопка появилась. Это, я так понимаю, как в этих... в Tower Defense'ах, типа, если ты отбил волну, нажимаешь кнопку, и ты можешь следующую волну призвать чуть-чуть побыстрее. При этом тебе дадут деньги. Не знаю, стоит ли рисковать. Давайте, ладно, хотя бы до соточки, наверное. Чтобы мало ли что. Хотя у меня, в принципе, с рыбой все плохо. Ладно, давайте рискнем. Так, надо же по 100 раз нажимать. Во. Так, ну денежки пришли. Так, давайте еще этих пацанов, наверное, прокачаем. Ну, денег что-то совсем мало, по-моему, дали. Так, и давайте вот этого чувака прокачаем. Ни хрена не сносит яйцо. Ой, зря я. Да. Game over. Блин, что-то сложная на самом деле игра. Еще я не понимаю, что тут вообще делать. Так, ладно, давайте что-нибудь как-то по-другому, наверное, попробуем. Не буду я, наверное, яйца эти. Ой, су, что я делал? Хорошо, что это надо по 100 раз нажимать. Ну. Возможно, я, наверное, много людей еще сделал. Надо было развиться, наверное. Ну, нажимайся тоже, наконец. Давайте по одному чувачку, наверное, сделаем. Да, я думаю, по одному будет нормально. Ну да, у нас рыба бывает только, когда я их, типа, делаю, этих чуваков. Давай уже быстрее. Так, и чё, вкачаем дом, наверное. Не знаю, что он дает. Плюс 5 чего-то там. Давай, рыбку будешь получше ловить у нас. Так, а ты будешь побыстрее таскать. Так, хорошо, теперь у нас дом прокачать на следующий уровень стоит аж 200 монет, это очень дофига. Я не понимаю, что он дает. Какие-то деньги. Ну вот у нас уже как-то деньги пошли, я правда не понимаю за что. Это, наверное, деревья вот эти. В общем, пока непонятно. Было бы тут все на русском хотя бы. Ну, сейчас чувак зайдет, посмотрим, дадут деньги. Нет, он рыбку таскает. Ладно, хотя бы у нас пока рыбка есть. Здесь, да, что-то с рыбой связано. Ну ладно. А вот здесь качать это самое яйцо. А, точно, мы же яйцо не прокачали, у него хп было мало. Поэтому нас так завалили. Как связаны, не знаю, эти чуваки с этим яйцом, я не понимаю. Так, что-то у нас там денег прям много. Так, давайте, наверное, вкачивать будем всех сначала. Давай. Ну, нажимайся. Так. Ну, в принципе, они по второму уровню. Давайте еще одного этого чувака возьмем. Потом еще одного носителя рыбки. Так, ну, деревьев у нас только одно, я так понимаю, да? У нас, в принципе, особо нам не нужны много деревьев. Вообще, какой смысл в них, я не понимаю, что они нам дают.
Я не понимаю. Я вообще не понимаю смысл этой игры. Так, нифига, он рыбки... А, это их там двое, ё-моё. Вот, кстати, хорошо, что он чем дальше кидает, тем быстрее эти рыбку берут. Так что это хорошо. Блин, надо, наверное, яйцо прокачать, а то у нас скоро эти придут. Так, по рыбке у нас вроде пока еще более-менее нормально. Чуваки уже наловили немножко. Но у меня что-то с деньгами очень плохо. Как их вообще тут зарабатывать, я не понимаю. Так, ну по рыбке мы вроде по чуть проседаем, но в принципе вроде не критично. Кидайте, давайте подальше, подальше, подальше. Ну что так слабо? Подальше рыбку, пацаны, кидаем. Так, ну в принципе с рыбой у меня нормально, они ее ловят. Мне бы еще, может, одного этого носителя рыбки купить. А что, он у меня один, блин? Где у меня деньги? Подожди, я не понимаю. Как тут деньги реально зарабатывать? Может, реально на деревьях как-то? Я чуть не догоню. С деньгами все очень плохо. Я, кстати, даже не знаю, откуда их брать. Но рисовочка такая веселенькая, конечно. Все в пикселях. Но. Так, ну вот, мы еще одного чувака можем взять. Давай. Так, хорошо. Блин, они еще с каждым разом дороже и дороже. Это плохо. Так, у нас теперь хотя бы два чувака таскают. Кстати, рыба, интересно, не пропадает. Я надеюсь, она не пропадает. Ну, по-моему, она, да, не пропадает. По-моему, она как лежала, так и лежит. С рыбы у нас что-то уже почти половина. Надо еще чувака с топорком взять. Не знаю, какой смысл от него. Я реально не понимаю. Тут на английском все слишком непонятно. Блин, на нас, кстати, скоро нападут, а у нас яйцо первого уровня. Сейчас, наверное, опять завалят нас. Нам бы прокачать. Блин, 10 монет не хватает. Ладно, давайте я ничего апгрейдить не буду. Вот так, а вот это яйцо прокачиваем. Давайте еще такого чувака, наверное, возьмем. Let's go. Так, ну вот, в принципе, пойдет. Вот теперь уже 150 хп. Давайте, ладно, нажмем, хоть какие-то денежки получим. Если я успею. Одну монетку. Ну, хотя бы одну. Так, на нас уже нападают. Допустим. Давайте вот этих чуваков прокачаем. Ой, я даже два раза прокачал. Ну ладно. А тут вообще конец уровня есть или это бесконечно? Ну вот, они, в принципе, кстати, реально очень слабо атакуют. Ну, давай деревце еще одно. Можно мне еще, пожалуйста, одно деревце? Я очень прошу, спасибо. Так, давайте озеро проапгрейдим. Может, там какая-то рыба особая будет. Вот, ясный денек. Вот это мне нравится. Так, давайте рыбачков покачаем. Okay. Давайте еще разочек. Okay. Вот. Вот уже пошло дело, уже деньги откуда-то у меня берутся. Блин, а у меня рыбы-то совсем нет. Надо еще одного рыбака взять. Давайте еще одного возьмем. Hello. По рыбе все очень плохо. Его очень мало сейчас. Блин, а глянь, эти еще быстрее стали нападать, охренеть. Так, а, ладно. Давайте вот этого чувака прокачаем. Давайте деревья качать. И надо еще 200 монеток набрать. Я сейчас, наверное, ничего не буду делать. Чтобы это... Яйцо это прокачать. Блин, у меня рыбы реально очень мало. Я не знаю, что с ней делать. По-моему, мы сейчас проиграем. А, вот они рыбу таскают и деньги еще. Хорошо. А, эти чуваки. Блин, смотри. Подожди.
А, смотри, рыбу, это... Там, короче, чувак рубит деревья, они собирают не только рыбу, но еще эти сами куски деревьев. И за это ему и рыбу, и деньги дают. Как-то странно немного. А зачем нам вообще-то деревья, если проще же? Так, ладно, не будем в голову это все брать. Прокачали яйцо еще на уровень. Не буду я ускорять, потому что там волны уже что-то слишком быстро идут. Давайте дом прокачаем, что он там дает. Он, наверное, голды будет больше давать, да? Давайте 200, в принципе, немного. Хотя с рыбы все очень ужасно. Блин, а если я чувака куплю, то... Ладно, давайте рискнем. Может, они с голоду все-таки не помрут. Может, они реально побыстрее будут таскать. Так, вот на меня уже вторая волна напала. Там вон даже номерок есть. Сейчас посмотрим, сильно... Так, домик вкачаем. Вкачаем домик. Вкачали домик. Ого, уже вот нормально, уже на дом хотя походу. Ну, по две атакуют, но там фигня, у меня 300 хп. В принципе, не так страшно. Сколько у нас рыбы? Вот рыбы, кстати, хреново. Надо как-то вкачивать, наверное. Давайте вот этих пацанов качаем. Пусть побольше рыбки нам. Давайте это вкачаем. Ready. Так, ну уже что-то пошло. Ну, вот реально с рыбы что-то надо делать. Капец просто. Давайте еще раз это прокачаем. Я как понимаю, это, наверное, пруд или что это? Или это какая-то погода, я не понимаю, что это. Когда мы это нажимали, погода какая-то, не знаю. В чем плюс качать погоду? Если только деревья, может, от нее как-то растут. Мы сейчас умрем, у нас рыбы уже нету. Так, ну чуваки вроде побыстрее там начинают ходить, по-моему. Так, да, с рыбы уже более-менее что-то получается. Реально, я не понимаю, зачем деревья нужны. По-моему, они все только портят. Так, можно домик вкачать. Ну, давайте мы еще вот этих пацанов, наверное, вкачать. Хотя, в принципе, нет. Давайте дом качать. По-моему, нам больше так денег будет прилетать. Так, что сейчас с домом произойдет? Ну-ка. Ну, в принципе, особо ничего не изменилось, просто он побольше стал. Так, ну у нас уже все, деньги есть, все идет. Давайте еще и вкачаем. Пусть побольше рыбки нам вылавливают. По-моему, эта игра, наверное, бесконечная будет. Так, ну, надо бы еще яйцо вкачать. Во, рыбки у нас уже дофига просто. Можно жить уже под сотку. Так, 400 монеток надо накопить, прям сильно нужны. Потому что сейчас эти нападут. Не, ну мы успеем накопить. Да. И погоду надо поменять, что-то какая-то хрень, мне эта погода не нравится. О, нифига себе. А, это мы типа вылупили уже его. Он теперь будет сильнее бить их. Они по нему слабее. Он же был просто яйцом, а теперь уже дракончик вылупился. Так, ну допустим. Да, давайте погодочку поменяем. Ну вот уже как-то больно. Ух ты, что это выросло? Это мы уже типа как в воде. Ух ты, нифига, они деньги дают. Бля, как прикольно. А, смотри, там же золото, да? А эти какие-то деревья выросли, типа... Как бы сказать... Короче, их корни пропитались золотом, что ли. Блин, что-то дракончика, конечно, больно бьют, но у него, в принципе, хп много. Вот уже нам тоже дают денежки эти деревья. Может, еще больше будет давать денег. Так, что у нас с деньгами? А, тут, смотри, тут больше сотки даже, можно рыб ловить. Это, кстати, хорошо. Так, но с деньгами у нас уже прям все хорошо. Может, еще пару чуваков купить?
Ладно, давайте вот этих вкачаем. Сначала докачаем, наверное, всех, чтобы нормально все шло, а потом уже новых чувачков купим. Хотя, в принципе, смысл. У нас вроде и так все нормально. Ready. Уже почти все по 1000. Ладно, давайте еще одного такого купим. Ready. Let's go. Ой, что-то я деревьев много, по-моему, посадил. Так, все, теперь купим деньги, косик, и прокачиваем дракончика. Ну, в принципе, уже неплохо, уже рыбки, смотрите, сколько много. Фу, ни хрена себе, деньги уже летят, кстати, быстро тоже. Сейчас мы дракончика этого прокачаем. Посмотрим, как он поменяется. Ну, чуть подрос, да. Так, вот это я не совсем понимаю. Это как-то влияет. Не понимаю, на что это влияет. Hello. Ну вот, все уже по косарю, теперь все. Уже народа просто дофигища, уже целая деревня такая маленькая бегает. Как у них там рыба не закончилась? Они уже всю рыбу, наверное, выловили. Так, домик можно прокачать. Давайте качать домик. Во, уже какой-то кирпичный домик. Уже такой современный. Нифига они уже по 30 рыбки таскают. Вначале по 4 таскали. Кто-то по 30, кто-то по 15. Так, у нас уже волна новая идет. Сейчас касик наберем, вот это прокачаем. Во, уже по 5 дают. Тут у нас уже денег. Так, ух, ни хрена себе. По-моему, они что-то слишком здоровые. Они, наверное, меня сейчас замесят. По 10 бьют, да? Ну, в принципе, больно, да. Надо, наверное, 2 дракончика уже качать. Потому что что-то ему очень больно. Он реально проседает сильно по хп. А всего только 4-я волна, охренеть. Смотри, у нас там деньги поднимаются. Нормально. Реально, там вот эта гора золотом поднимается. Вот, опять выше поднялась. Так, давайте вкачаем его. Так, он стал еще больше. Давайте еще 3000 наберем, наверное, будем вкачивать его. Так, нужно рыбки побольше. Ну-ка, пацаны, я вкачаю вас. А то рыбки реально уже что-то как-то маловато стало. Она слишком быстро уходит. Реально очень быстро уходит. Что так? Что с рыбы стало? Алло. Ну-ка, пацаны, давайте еще. На 2000 срочно. Реально, что с рыбы стало? Она просто улетает. Ну... быстрей. Капец, рыба просто правда улетает. Меня это напрягает немного. Блин, они еще сейчас ушли. Жесть. Так, есть ли смысл качать дом или все-таки денежки может прокачать? Наверное, денежки прокачаю. Или ребяток, чтобы побыстрее бегать. Нет, ладно, деньги, надо деньги качать. Блин, капец, рыбы вообще просто нету. Сейчас у меня чуваки умрут. Все. Да, игра реально что-то дико сложная. Просто очень. Вроде следил за рыбой, вроде было все нормально, а нет. Оказалось, ее не хватает. В принципе, довольно интересная игрушка. Можно позалипать пару часиков, я думаю, в нее. Она, по-моему, бесконечная. Хотя там какие-то другие режимы есть, что-то на время. Не знаю, может там как-то, я не знаю, можно было все-таки закончить эту игру, типа прокачать дракона или дойти просто до конца, дом выкачать. То есть,
максимальный левел взять. Не знаю. В общем, спасибо всем за просмотр. Пишите свои комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на паблик ВК, на меня ВК. Обязательно подпишитесь на YouTube канал. И всем до встречи. Всем пока.